Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon. Пацанчик, поздоровайся. Привет, ребята. Сегодня мы играем в Scrap Mechanics и решили записать крутые постройки, потому что их вышло неимоверное количество штук. Все они без модов, поэтому если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор на крутые постройки. Погнали. Мы договорились с Dark Dragon ставить постройки по очереди. И в конце ролика вы обязательно напишите, у кого были круче постройки. Поэтому это у нас как бы получается... битва не наших построек. Погнали, давай, ставь. Покажи, что ты там подготовил. Блин, такие постройки я тоже вроде ставил. Так, сразу за оптимизацию ставлю тебе двойку. Потому что, ну реально, говно. Говно оптимизация. Почему он лагает? Не знаю. Может, из-за того, что много подшипников? А, я знаю из-за чего. Они сильно сделали колеса друг друга. Не видишь, как бы труд? Из-за этого оптимизация на нуле. Поэтому что мы делаем? Правильно. Вот так вот смотри. Во. Вот, а что ты ему сделал? Колеса убрал. О, ребята, так смотрите, мы, короче, оптимизаторы построек. Классно, классно, очень круто. Поэтому ты будешь попробовать на нем ездить? Давай. Попробуй. Кто он умеет, этот танк? Так, пока ты там этот, я еще возьму пушки себе. Фабрикушки. Ага. Так, для того, чтобы было интереснее, надо обязательно взять себе крутые пулеметы. Вот такой вот. Да. Ага, на кнопке поворачивать. Танк классный, но оптимизации нет, поэтому будем тратить время только на крутые постройки. Ну что, как тебе такая построечка? Есть как раз. Круто, да? И не лагает, обрати внимание. Так. Оп, оп. Так, что он умеет? Блин, так смотрите, это прям реально классная постройка. Так. Это вперед. Это, ага, это тем колесом, это одновременно вперед. Так, блин, смотрите, прям можно... полноценно управлять. Так, это мы управляем стрелой, это мы его выкидываем. Это должно сейчас... Ага, вот опускаем полностью стрелу. Оно поднимает свой вес или нет? Да, смотри, какой мощный. Смотри. Офигеть. А ну-ка, давайте попробуем на нем поездить. Ага. Дайте дурачку. Дайте водителю дурачку вот такую технику. Я покажу, как не надо ездить. Круто, круто. Так, давай твою постройку, необтимизированную, как всегда. Я качал постройки, что были оптимизированные. Я не знаю, вот это как раз будет оптимизировано. Ставь. Это домик. Давай. А, он нормальный. Вот это идет четко, мне нравится. Открывай. Это домик просто. Да, кстати, мне эта постройка нравится, учитывая, что ни одного мода не используют. А все ресурсы чисто с игры, да, ничего лишнего здесь нету. Так, открываем все калитки, все, нажимаем подряд. Блин, знаете, такой, знаете, футуристический домик. Все сделано на высоте из стекла, металла и пластика, и говна, и палок. Есть туалет. Я вот даже знаю, что представляю. Как он будет красиво разлетаться, когда мы его взорвем? Давай. Ну, если сделать и по 10-бальной шкале, то где-то на 8 он тянет. Да. Потому что не хватает взрываем. Каких-то лифтов. Не, не надо взрывать. Я буду взрывать. Бу. Ой. Кстати, обрати внимание, они сделали оптимизацию. Теперь взрывы не просчитываются долго, да? Быстро очень. Уже более-менее сделать. Так, ребята, ну что, давайте я вам покажу танк, который реально классный. Потому что, ну, если уже делать вещи, так делать красиво. Смотри. Штурмовый танк, что ли? Лагает? Нет, вы чё? Учись, потому что я их от фонаря качал. Так, чпоньк. Подожди. Стрелочка сюда. Получается, здесь какая-то кнопка должна быть. Стой. Это ты стреляешь? Да. О, я нашел, где сесть. Ну что, я сел. А как стрелять? А, ты за пушкой, да? Я управляю. Ого, сколько он одновременно выстреливает? Сколько там? Где-то 8 или 10. Но... Ну что, полетели. Кстати, ты стреляешь, и меня отдача отталкивает в сторону определенную. Он вообще не... А, он не поворачивается. А, он поворачивается, надо просто вот так вот. Нифига себе. Да, придумали нормально. Война будет. Так, выпрыгиваем. Давайте сделаем взрыв подальше, чтобы было красивее. Только похвалил разработчиков, что быстро просчитываются взрывы. Ребята, это зависла игра. О, отлично. Ну, наполовину оптимизировали. Ладно, забирай свои слова назад. А, теперь твоя очередь, я уже хотел ставить еще. Что это у меня есть? Давай, показывай, что у тебя там есть. И еще в кармане. Здоровый, еще один неоптимизированный, да, постройка?
Давай, давай, покажи, на что ты способ... Ого! Все, отходи, отходи. Подожди. Давай, давай, давай. Так, ты подними выше же подъемник можно было, не? А ну-ка, ребята, напишите в комментах, будет лагать или нет. Да. Ну, естественно. Ох, ой-ой-ой, 0 FPS. Так, давай мы его... Я его переставлю сейчас, подожди. Сейчас будет все по красоте, смотри. Чпоньк. И... Удалилось. И удалилось. Давай на подставке посмотрим. Ты просто поставь и... Давай просто. Подставку, да. Что-то я даже не подумал, что он так будет лагать. Так, я отхожу подальше, потому что она реально здоровенная. Воу. Просто лучше на подставке будет. Да-да-да-да-да. Мы сейчас, короче, здесь двери просто взломаем и все. Сейчас подумаю. А, я думал, у меня есть маленькая взрывчатка. А, ну эти можно разбить? О, так я вообще профессиональный разбивальщик. Хотя при желании можно сделать вот так вот по-другому. А, вот так вот. Те. И любые кубики ставим. И мы теперь можем все удалить. А, вот ты уже удалил. Что ты такое интересно? Эту машину можно было украсть. Да? Да, подожди. А, я ее же не могу украсть же. Да, может из-за этого она и лагает, потому что она включена и просчитывается. Ее надо удалить и не будет лагать. Но мы этого делать не будем, мы просто все здесь... А, тут же не работает на подставке ничего. Да, посмотрим. Да, я просто поднимусь наверх, посмотрю. Хорошо, хоть физически можно ее потрогать и все посмотреть. Кстати, разработчику респект. Если ты смотришь ролик, хотя это маловероятно, что он будет смотреть ролик со своей постройкой. Ты очень круто сделал, мне нравится. Ни одного мода не использовано. Все вообще четко. Смотрите, везде, каждый уголок, все продумано. Здесь вот какие-то трубы. Всякое... А, это как подъемник. А, еще одна машина, тут две машины. Ой, она упала. Машина. О, так подожди, мы можем эту машину освободить. Чего ты? Сейчас смотрите, ребята. О, все. Ну что, полетели? Так. Блин, я не могу что-то лететь. А, давайте. Так, так. Не могу, не могу лететь. Но она управляется. Это как экспонат. О, нифига себе. Чё со... Подожди, подожди, машина. Я знаю, все классно. Короче, наверное, взрывает это все дело. Взорвать. О, я вышел, я вышел. Я сел, я выйду. А эх, надо свалить, надо свалить. Я сваливаю. Смотри на самом верху, что есть. А что там? Это все. А, нет, еще можно выйти. Ого! Ладно. Не, давайте, ребята, все-таки мы поднимемся на самом верх. Я что-то думал, это все. А сколько там, 5 этажей где-то? Что-то да. Блин, ну твоя постройка довольно-таки неплохая, мне нравится. Только поэтому минус, она не оптимизирована. Минус, да, минус оптимизации. Так, это самый верх? Еще выше? Нифига себе, мне нравится. Эй! Я сейчас знаю, на третьем этаже. Тут надо приседать, что ли? Машина, давайте ее тоже освободим. Пока, машина. О, она включается сама. Представляете, какие здесь классные тачки? Еще одна. Ох, ай, ты хорошо. Ё, моё. Так, а что, еще выше можно под... А нет, еще это все. А куда? Тут выше нету. Я еще выше поднимаюсь. Ну я вот уже тебя жду здесь. А, во. О, я предлагаю бомбу здесь взорвать. Давай. Ребята, мне кажется, это будет очень долгая песня по расчету, но мы попробуем. Ой-ой. Да, я знал, что так будет, но сейчас просчитается, учитывая, что здесь очень много механизмов, машины с движками. Ну, секунд где-то 10 оно будет точно просчитываться. Да, почти. Ну, полупрофессионал в Майнкрафте. Смотри, вход остался целый. Да, кстати, можете заходить, ребята. Прощай, вход. Нифига себе, оно какое здоровое, что надо взрывать мегабомбу. Давайте тогда вот такую взрывем. Это 100% сделает очистку карты. В радиусе, наверное, 200 метров. Так, теперь моя очередь ставить классную постройку. Я отойду сразу. У меня есть просто вот такая вот вещь. Это высокотехнологичный... инопланетный вертолет. Ох ты ж, мама. Который придумали люди. Не обращайте внимания. Все нормально. Так, поньк. О, все, я сел. Ой-ой-ой, стоп, стоп, давайте просто нажмем. Так, это движок, это назад. Ага, это я вертушками вверх-вниз буду делать. Двоечка. Это сюда, это сюда. Это наклон, это наклон. Хорошо, включаем. Ну что, я полетел? Воу, кстати, прикольно, да, не лагает? Не знаю, насколько ты взлетишь. Так, смотри. Уи. Нормале? Нормале. Все, я выключаю. Ребятушки, ну что, попробуем, пытаюсь красиво сесть.
Сейчас мы движок включим перед землей. Профи? О, давай, прицепи ко мне бомбу, а я буду взлетать. Только небольшой какой-то, и взорвешь в воздухе, когда я взлечу. Ну что, ребята, пора делать эпик. Взлетишь? Давай, ставишь? Поставил одну. Все, давай. Че ж не взлечу, смотри. Вот сейчас вот так будем. Ой-ой-ой. Вот отлично. Все-все-все, выравниваюсь, выравниваюсь. Сейчас мы заглушим движок. Стой. Ну вертолет, ну. Вертолёбус. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Выравниваемся. А, я понимаю, что я не могу взлететь. Нарушено, получается, это, центр тяжести, да? Короче, я его запустил, он сам летит без меня. Ха-ха, прикольно, и не падает. Получается, я как конченый управлял, он лучше без меня летает. Ну что, вертолёбус. Бум. Кстати, от него вообще ничего не осталось, это было красиво. Так, что приготовил нам Dark Dragon? Ставить эту постройку или нет? Ты опять приготовил какую-то кабаку на полкарты? Давай, ставь. Давай. Воу, так он не сможет ездить, надо рельса, да, на него? Можно попробовать. Поход зря убрать. Dark Dragon, ты как всегда какой-то говно. Очень крутой, здоровенный поезд. Он просто гигантский. Не оптимизировано. Но не оптимизировано, да. Если его снять с подставки, 100% у вас вылетит. Не вылетит, просто в 1 FPS уйдет. Че, ты будешь взрывать? Давай, взрывай, Дим. Бум, механизмов миллион просто. Представляете, сколько там человек старался, делал. А мы взяли и вот так их, смотрите, взорвали. Но это всего лишь копия. Оригинал мы взорвали вчера. Так. Теперь я оставлю классную постройку. Смотрите, какая классная тачка. Это для того, чтобы просто делать красивые вещи. Понтоваться можете. Ого, у него звук движка. Дим, смотри. А, это для дрифта. Смотри. Это дрифтовая машина. Ой, красиво я наваливаю, ребятушки. О, можно даже открыть. Полиция прикольно, выехала. Прикольно. Знаешь, что мне интересно? Сколько же она бомб утянет? Сейчас мы поставим парочку бомб. Я отъеду. Это, пока. Короче, машина камикадзе, убийца. Да, поставим. Не поедет, не поедет, поедет. Это очень мощная машина. Просто для дрифта тут мощный движок должен стоять. Тем более, что много поставил бомб? Это же мало бомб. Ого. Эй, машина, заходи. Ты видишь, мое, что машина стоит? А, я ничего не туда сел, а вот. Смотри! Посмотри на мою машину. О, так у тебя трансформер? Оказывается, да. Ничего себе, эта машина тянет на изичном. Мне кажется, она сюда можно ездить, миллион бомб нацепить и ездить. У тебя какой-то робот на гидроцикле. Так, вылазим. Делаем чудеса инженерии. Пока! Сейчас тебя оторвет часть тела. Или вылетит игра. Нет, оторвала, кстати. Ну как оторвала? Растворила. Ну ставь этого робота еще раз, мы на него сейчас обзорчик делаем все-таки. А вот как-то так. Чисто. Это называется клинап. Кстати, у нас есть клинап, чем мы его не использовали? Ну ладно. Сторадж. А, это машина, которую ты ставил, да, полицейскую? Да. Очень крутая тачка, очень. Ого, она заводится. А, это вот это как раз она и трансформер. Так, давайте посмотрим, как оно трансформируется. Вот даже голова, кстати, на капоте была. Да. Вот это крутой робот, ребята. Он очень классный. Так, и ты еще можешь ездить. Такие упоры есть. А ты не можешь не стрелять ничего? Чего? Это очень странно. А, я руками могу двигать. Ну такое себе, это как бы просто понты. А да. За понты мы такое, взрываем все. Короче, робот такой для красоты, но не боевой. Так, что у нас еще есть показать Dark Dragon? Что-то эпическое. Как тебе такая вещь? Ох ты ж, мама. Да, это что-то такое, знаешь, очень крутое. Ага, так, подожди, а как зайти? А, нет, как зайти? Вот. Как-то ж можно, да, зайти? Ага, я так на кнопки не буду нажать. Подожди, что мы нажимаем? О, ты сел!
А ну-ка давай. Эй, дай дураку, блин. Классный транспорт, он его разобьет. О, четко, четко, получается. Так, молодчик. Тихо, 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 разобьешься. Осторожно, осторожно. Ого. Она стрелять водой может. Да, кстати, я ни разу не видел, что здесь водой можно стрелять без модов. Ага, это уже не я. Давайте я поставлю на подставку, стой. Ой-ой-ой. Давай, покажи вещи. Кстати, ты можешь под водой плавать, это субмарина. Это для воды она, а не для воды. А не, ну ты же взлетал на ней как-то. Офигеть. Во, да, ты водой бросаешься, на меня попадаешь. Классный эффект сделали с водой, мне нравится. Так она сломана. А ну дай я сяду, пожалуйста. Я сейчас покажу профессионализм. Как давай, надо давай управлять. Смотрите, ребята. Так. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Это сюда. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Смотрите. Это вперед. Это вода. Это нифига. Это ничего. Так, стойте, стойте, стойте. Кнопки, кнопки. А, она самостабилизируется. Все, взлетаем. Взлетай, я пока машину возьму. А, да, это все-таки для воды, а не для воздуха. Оно не держит стабилизатор, это чисто для воды. Ну, очень крутая субмарина была. Мне так нравится она. Походу, моя часть машины съелись, да? Да не, вроде бы целая все у тебя. Все четенько. Ого, вот это, блин, классная такая техника. Че она может? Просто ездит. Не трансформируется она? Да, перегрузки. Че, бомбами не стреляет? Ого. Нет. Смотри, как давай мы, короче, ее сейчас проверим на выносливость. Раз она такая у тебя крутая, будем ее сейчас проверять. Только она утянет бомб. Так. Все нормально, вот. Неси. Я так 100 раз сделал. Так. Перегруз. Да не, не перегруз. Перегруз сейчас только будет. Че, ты не можешь ехать? Он нажми га. Стой, 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 стой. Хорошо. Хорошо, ребята. Это тот случай, когда меня не остановить, и я сделаю так, что она не поедет. Вот это я тебе кабаку. Стой, 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 ты едешь, ты едешь. А надо, чтоб не ехал. Подожди, чё не могу прицепить? А, могу, чё не могу. Может. Оп, сейчас с этой стороны прицеплю крылья. Пусть столько было. Так, и сзади. Сзади прям надо много добавить, то я вижу, у тебя мощные рессоры были. Ага, как понятно. И спереди, ага. И спереди, и всё, и ты готов ехать, в принципе. Так, всё, я тебя уравновесил. Нет, не уравновесил ещё. Всё, ты едешь? Еду потихонечку. Ого, смотрите, как у него подвеска гнется. Ты не можешь ехать. А ну назад, задним ходом должна быть, так как тяга боль. А, я знаю, в чем проблема. Сейчас тебе бомбу удалю здесь. Да, мешает бомба, во. Сейчас и тут, тут удалю парочку. Из-за того, что, да, бомбы упираются. Ух ты ж, ё-моё, как колесо. Все, давай, я тебе убавил веса. Теперь ничего не касается земли. Вот это мы ему настроили. Прощай. Бум. Просто моментальное растворение. Кстати, эти бомбы очень оптимизированы, если этими взрывать. Смотри, какая у меня есть тачка. Вот это гробовозка, неплохая. Так, мне кажется, она что-то может очень мощное делать. Да. Звук мотоциклетный, офигеть. Так, это я крышу откинул. За тобой еду. Подождите, подождите. Ох, а что эта кнопка делает? Так, так. Непонятно. А, фары включают. Ну что, давай, кто быстрее? Ты на каре своей. Ты быстрее. Полетели, ребята. Классная тачка. Мне нравится. Пока. А ты где? Подъезжай, подъезжай. Я еду. Давай, я тебя жду. Чух-чух-чух. Пока. Дичь. Один руль остался. Ребята, если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрим мои ролики. Еще.